ума. Но это же не свидетельствует то, что мы все безумны. Интересная, очень удивительная его судьба, жизнь, но его сын, один из сыновей, один у него сын стал юристом, а один из его сыновей, известные его труды по морфологии, он стал патоморфологом. Это кто морфолог? Сын. Нет, слово. Что за профессия? А? Морфология. Морфология, ну это тоже патологом. Патоморфолог – это морфостроение. Морфолог – это человек, изучающий строение. Строение человека. А к Вересаеву как относитесь, так сказать? Я его плохо знаю, практически не знаю, поэтому не могу относиться. Ага. Для чтобы относиться, нужно иметь представление о предмете. Ну да. Записки врача не читали? Нет, я не читал. Просто там описывают, насколько сложная сама по себе медицина. То есть там вот даже диагноз поставить, это прямо целая наука. Он говорит, когда мы учились, мы там, ну, по таким-то признакам диагноз ставим, профессор приходит, совсем другие признаки и совсем другой диагноз. Ну, правильно уже ставит. Так что... А Господь нам говорит, иногда в руках врача бывает успех. Иногда. Да. Ну это так, иногда можно увеличить, а можно и свести к полному отсутствию успеха. Если с Богом, то это иногда увеличивается. Так как Боря Ясинецкий делал это, у него операционная икона была, и он перед операцией всегда молился. Так он чуть ли не в рясе делал операцию, насколько я. Чуть ли не в рясе операции делал. Нет, ну в рясе этого не делал. Но... Он останавливал службу, когда он вел службу, и к нему обращались, что там нужно оказать срочную помощь, он останавливал службу, и паства его стояла и ждала, когда он вернется после службы. После операции и продолжит службу. Мне всегда была интересна судьба вот этой женщины, которая вот детей за ним смотрела. Его операционная сестра, да. Вот я не... Там не сказано про нее ничего, насколько я помню. Сказано просто, что он видел ее добродетель. Кстати, белорусы поставили фильм по житию архиепископа Луки. У нас есть какая-то, ну там женщина, я познакомился, она его собирает, все про него там эти материалы, книги какие-то там. Переславль-Залесском она живет, такая интересная. А у Игнатьевича я познакомился вначале из библиотеки Игнатьевича, его он напечатан там был, прямо на пишущей машинке, в его переплете. Я просто на одном дыхании прочитал все. Сейчас я пошла тогда. Удивительная судьба. Его ссылали на север, там он должен был умереть, хотя Господь сохранил его. Ну, что, Виктор Андреевич, когда вы обратно возьмем у вас как-нибудь, беседу с вами проведем или... На какую тему? Ну, как к Богу пришли. А там написано в 15-м томе. Все одинаково отвечают. Написано. Кто же читать-то будет? Так Иисус Христос так говорил. Написано. Написано, да. Но это другому он говорил. Рогатому. Да. Не, ну смотрите, если будет у вас как-то время выкройте и желание, тогда можно. Я не думаю, что это кого-то обратит моя... Мое вероисповедание. Хотя я готов, конечно, я отвечать на вопросы о моем вероисповедании. Ибо мы обязаны исповедовать, что мы верующие люди. Ничего необычного. Вот вы поделились, что стеснялись на людях креститься. И это многим, мне конкретно даже было.
Мне в свое время это было бы очень нужно. То есть я это услышал это уже, когда у меня это все прошло. Но в свое время это было бы для меня... У меня чуть-чуть было там тоже такой момент. Ты маленький. Нет, ну я-то это еще для себя услышал, во-первых, от Игната Тихоновича, что ему было непросто это делать. Я думаю, даже такому человеку непросто. Мы недооцениваем силу воздействия того противника нашего спасения. А это... Он на самом деле достаточно застенчивый человек, как я понял. Дверь закрой. Это только людям кажется, что он такой якает. А иначе, как он говорит, будет рассказывать о том, что с ним происходило, не называя себя, ну как, в третьем лице, что ли, рассказывать о себе. Я вижу, что это просто вынужден, он берет специально и вынужден. Даже как апостол Павел говорит о себе. Нет, даже не про это, а про то, что на самом деле очень такой застенчивый, скромный. Просто ради ближнего он специально другим делается. Так. Для пользы.